В мае 2018 года для вас, Стрельцы, наступает активный период для вашей карьеры и работы. Это будет время, когда акцент будет сделан на установление связей. И весь этот месяц он отлично подходит для рекламы, для ваших презентаций, для промо-акций. Используйте это время. И вы получите высокие результаты в вашей работе, если максимально используете свой творческий потенциал и свои таланты, Стрельцы. Среди ваших приоритетов это будет участие в совместных проектах, сотрудничество. Вокруг этого и произойдут все наиболее значимые события мая. А Венера в вашем доме партнера поспособствует заключению новых контрактов и партнерских соглашений. Интерес к финансовым вопросам будет расти, ведь в вашем доме денег будут расположены Марс, Сатурн и Плутон. А это все три планеты очень жесткие. И если они объединяют вместе свои силы, то они могут принести очень много хлопот, которые связаны с деньгами. Поэтому у кого-то из Стрельцов не исключены серьезные препятствия и даже потери. Но такое объединение энергий Марса, Сатурна и Плутона, они также способны вам, в вас породить фантастическую решительность зарабатывать, Стрельцы. И деньги к вам могут прийти через сообразительность, через вашу ловкость. Через такую ловкость, которая порой граничит с полной беспринципностью. Поэтому в мае вы должны очень тщательно оценивать все риски, прежде чем принимать какие-либо важные финансовые решения. Солнце в мае 2018 года будет находиться в вашем шестом доме. А шестой дом – это область работы и область здоровья. И это сделает вас, Стрельцы, особенно исполнительными и трудолюбивыми. Вы будете охотно браться за любую работу. И выполнять эту работу вы будете точно и в срок. И это обязательно скажется на ваших профессиональных успехах, на вашем продвижении по службе и, конечно же, на уровне ваших доходов. Единственный минус этого – это то, что за работой вы совсем можете забыть о своей личной жизни. Солнце будет проходить через ваш шестой дом. И в основном это будет оказывать влияние на ваше здоровье или на здоровье ваших домашних, на ваших членов семьи и животных. Вы будете обращать внимание, Стрельцы, на состояние своего здоровья. Кто-то из вас приступит к лечению или займется профилактикой заболеваний. В любом случае, вы все будете придавать большое значение вопросам вашей гигиены, питания, а также условиям вашей жизни. Этот период, он благоприятен для завоевания авторитета среди профессионалов и для улучшения отношений с вашими членами семьи, также с обслуживающим персоналом, с коллегами по вашей работе. И в это время, Стрельцы, у вас появится множество текущих дел, и вы начнете искать эффективные способы их разрешения. У вас может появиться возможность побочного заработка в этот период, или кому-то из вас могут предложить новую работу. Возможно, что кто-то из Стрельцов в этот период будет вынужден заботиться о ком-то. Например, ухаживать за своим больным домочадцем. Юпитер в Скорпионе формирует гармоничный аспект с Плутоном в Козероге и Нептуном в Рыбах. И это, Стрельцы, положительно отразится на сфере ваших финансов. Это будет подходящая пора для поиска новых источников дохода. Обратите в это время внимание на свои хобби, на свои увлечения, и возможно, что именно они могут принести вам дополнительные деньги в этот период. В первой половине мая Меркурий будет гостить в вашем пятом доме.
и выстроите, начнете активно посещать театры, кино, выставки, музеи, всякие спортивные соревнования, рестораны и другие места развлечений. Вы будете строить и проверять разные схемы, которые, как вы полагаете, могут помочь вам выиграть в лотерее. Например, выиграть в карты или в какие-то другие азартные игры. Вы можете выстраивать такую сложную авантюрную схему, которая способна принести вам существенную прибыль. И вы, стрельцы, будете получать удовольствие от всего, что требует от вас применения вашего интеллекта, вашей эрудиции, сообразительности, и будете охотно участвовать в разного рода розыгрышах или акциях. Вы даже будете испытывать удовольствие от любого вида творчества и будете применять этот подход даже в самой обычной работе. Затем Меркурий переходит в ваш шестой дом. А шестой дом – это область работы и здоровья. И именно там он останется до самого последнего дня мая. И ваши мысли в этот период будут связаны либо с работой Стрельцы, либо опять с вашим здоровьем. Поскольку этот транзит, он обещает много служебных разговоров, много контактов для вас. Контактов по работе, и он увеличит количество деловых писем, количество деловых звонков. И в ваш круг общения в это время в основном будут входить подчиненные, сотрудники, клиенты. И чаще это могут быть люди младше вас по возрасту и по положению. У многих стрельцов в этот период возможны служебные командировки. А также это может быть приход молодых сотрудников или начало обучения на курсах, повышение квалификации. Кому-то из вас, стрельцы, могут просто поручить обучение молодого персонала трудовым навыкам или могут возложить на вас дополнительные обязанности. У вас будут возникать идеи повышения производительности вашего труда, идеи модернизации производственного процесса. И кто-то из вас захочет изменить свое место работы. Обычно это может быть с целью повышения должности или с целью повышения своего дохода. В этот период кто-то из стрельцов будет искать и читать различные материалы, которые касаются вопросов здоровья, вопросов диеты и гигиены. И для улучшения своего состояния здоровья вы можете поехать отдыхать в санаторий, пансионат или дом отдыха, но в конце концов просто на природу. Меркурий подарит вам возможность отлично налаживать отношения с вашими сотрудниками. Вы сможете наладить отношения с вашим руководством или деловыми партнерами. И вы будете в этот период создавать вокруг себя превосходную рабочую обстановку. И, разумеется, стрельцы, это не останется без внимания. Вы можете затем рассчитывать на поощрение, которое выразится или в виде того, что вам предложат более высокий пост, например, вас могут назначить руководителем отдела. Но с 12 мая Марс входит в петлю на квадрате к Урану. И вот все конфликты, стрельцы, которые могут начаться в это время, они будут иметь очень длительные и неблагоприятные последствия, поэтому постарайтесь избегать их. Транзит Урана по этому дому может спровоцировать внезапный уход с работы и радикальную смену профессии. И прежде всего это, конечно, коснется вашей работы и вашего здоровья. Кого-то из вас вдруг перестанет удовлетворять то, чем вы занимались до сих пор. И вот пока в этом доме не было Урана, вас вполне устраивало то, чем вы занимаетесь, либо вы мирились с положением и часто даже не предполагали, что вы способны на что-то другое. Но Уран подтолкнет вас к переменам. И понятно, что переход на другую работу или смена сферы деятельности не обязательно связаны с Ураном.
Но отличительная особенность Урана и вообще высших планет в этом доме – это некоторая вынужденность. То есть обстоятельства складываются для вас таким образом, что вы сами или потеряете работу, или бросите вполне успешное занятие. В процесс могут вмешаться внешние силы, в связи с чем вы можете терять способность управлять ими. Например, ваше предприятие может ликвидироваться, зачем может последовать массовое увольнение работающих. До 19 мая Венера будет находиться в седьмом доме. А седьмой дом – это область брака и друзей. Венера в седьмом доме будет содействовать вашему сотрудничеству. В это время вам будет легче выстроить личные и профессиональные отношения. Вам будет легче по Венере уладить противоречия и разногласия и не доводить их до конфликта. В это время вы будете, стрельцы, приветливы, общительны, сами будете искать контактов с другими людьми и будете завязывать новые знакомства. Часто по Венере люди притягивают к себе внимание своей обходительностью и своим дружелюбием. И в этот период у вас, стрельцы, обязательно увеличится популярность. Люди будут симпатизировать вам, они будут проявлять к вам благосклонность, интересоваться вашими делами. Но уже в конце второй декады мая Венера выдвигается в ваш восьмой дом. А восьмой дом – это область экстремальных ситуаций и наследства. Поэтому некоторые стрельцы в конце мая могут получить наследство от кого-то из своих родственников. Венера, проходящая по этому дому, всегда приносит удачу в дела. В дела, которые связаны с общими финансами, с деньгами других людей, а также в дела, которые связаны со страховками, с наследственными делами, с налогами. И Венера обычно благоприятствует финансовым спекуляциям. Она благоприятствует вложению денег в совместные предприятия, разделу прибыли или объединению капитала. И в это время, стрельцы, вы тоже можете получить доступ к совместным финансам. И ваша прибыль возможна через использование личных контактов в этот период. И в дело вы можете пускать даже любовные связи. Разного рода проблемы, неприятности, даже кризисы, которые могут возникать в момент включения восьмого дома при вхождении в него Венеры, или не произойдут вовсе, или этот удар он будет существенно ослабевать и будет проходить для вас как бы по касательной. В середине мая и во второй половине июня вам важно соблюдать осторожность в общении, стрельцы. Не позволяйте себе ни в коем случае резких слов, чтобы не втянуться в длительный конфликт со своими сослуживцами и людьми из вашего ближайшего окружения. Что же касается любви, то в мае 2018 года вы, стрельцы, будете практически одним из самых удачливых знаков зодиака. Планета любви Венера совершает транзит в вашем днеме партнера. И никакой злонамеренный планетарный аспект ей в этом не помешает. А Венера, она способна дать вам самое лучшее. Это, конечно же, романтика, нежность, привлекательность и удача, стрельцы. Все это хорошо для начала новых романов, а также для обретения мира и гармонии в уже существующих отношениях. Более того, в доме любви стрельца в первой половине мая будут находиться Меркурий и Уран. А это также понесет позитивный импульс для вашей личной жизни. Можно сказать, что у вас, стрельцы, есть в мае все кусочки головоломки, которые вам нужно решить, чтобы найти свое счастье. Поэтому сделайте сами свой ход. Если говорить о семейных отношениях, то май 2018 года он будет для вас довольно спокойным периодом.
И даже в таких сложных вопросах вы сможете прийти вместе с вашими родными к общему мнению. А чтобы чувствовать себя в семье увереннее, ищите пути улучшения взаимопонимания и постарайтесь действовать с учетом потребностей вашего супруга и также всех ваших домочадцев. Марс, который находился в вашем шестом доме, в середине мая перейдет в седьмой дом, а это область брака и друзей. И вы, стрельцы, станете проявлять активность в вопросах, которые связаны с партнерством, с любыми взаимоотношениями или сотрудничеством. И нередко вы будете вынуждены с головой уходить в дела вашего супруга и даже выполнять за него рабочие обязанности или помогать ему в чем-либо, делать за него всевозможную физическую работу. Это будет период, когда вы, стрельцы, возьмете на себя ответственность и не только за себя, но также и за других, и станете лидером какой-либо группы. В некоторых случаях в этот период, возможно, кому-то из вас помощь сильных людей. И иногда этот транзит, он указывает на общественную деятельность или на активный поиск разнообразных связей. Это будет для вас хорошее время, стрельцы, чтобы вы выбрались вместе на природу, съездили, например, на несколько дней в пансионат, или вы можете заняться каким-то другим активным отдыхом, хотя бы велосипедными прогулками. И, пожалуйста, стрельцы, за профессиональными успехами в мае не забывайте о том, что силы вашего организма, они не беспредельны. И постоянная усталость, она может стать причиной обострения разных хронических заболеваний. Будьте внимательны к своему здоровью. Также в этом месяце возрастает опасность травматизма, в том числе и травматизма на рабочем месте. Поэтому постарайтесь быть осторожнее, стрельцы. Совет вам на май 2018 года. Смотрите сейчас вперед широко раскрытыми глазами, стрельцы. Постарайтесь замечать все детали и правильно используйте всю полученную информацию в этот период. И тогда судьба не только предоставит вам шансы, стрельцы, но даже поможет вам их реализовать. Удачи вам, стрельцы!